Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, а главное, из самых простых продуктов. Давайте приготовим! Для нашего блюда нам потребуется фарш куриный, у меня куриная грудка 700 грамм, чайная ложечка соли без горки и пол чайной ложки специй для курицы. Любую, какую вам нравится, берите. Фарш отправим 50-60 грамм сливочного масла. Мы его подогрели немножко, чтобы он был мягкий, вот такой вот, удобно было все это перемешать с фаршем. Посолим фарш обязательно, чайная ложечка без горки, это примерно 7 грамм соли я отправила сюда. И пол чайной ложечки специй, как я сказала. Вот так. Фарш хорошо-хорошо вымешиваем, это 3-4 прям руками. Фарш я отбила несколько раз. Подготовим нори. Все, наверное, знаете, что такое нори, это водоросли. Два листочка достаточно будет. Перец болгарский красный, желтый, какой хотите, зеленый. 100 грамм примерно по весу. И немного масла для смазывания фольги. Фольга потребуется, 2 куска у меня, примерно по 40 сантиметров длиной. Перец нарежу длинными брусочками, вот так вот, примерно пол сантиметра толщиной. Вот эти краюшки можно обрезать, чтобы ровные брусочки получились. Вот это лишнее не выбрасываем, можно суп приготовить и отправить. Вот такие брусочки мы подготовили. Выкладываем лист фольги на стол, сверху второй лист. И наливаем масло, примерно столовую ложечку, и размазываем по фольге. Вот так вот. То есть один лист мы смазываем, второй лист нам смазывать не нужно. Смазываем руки тоже маслом. Теперь берем наш фарш и выкладываем на фольгу. И руками теперь вот так вот прижимаем и растягиваем по фольге. Примерно длиной сантиметров 30. Руки, если прилипают, опять пачкаем масло и опять вот так вот дальше растягиваем по фольге. Если растянете чуть-чуть больше, ничего страшного. У меня получилось примерно 30 в ширину и 35 в длину. Это нормально. Теперь сверху укладываем нори, без разницы какой стороной, вот так вот. На край выкладываем перец в длине, вот так. Теперь сворачиваем в рулет, прямо вместе с фольгой берем, заворачиваем, прижимаем, вытаскиваем фольгу и прокручиваем дальше. И все время прижимаем как бы туда вовнутрь. Опять вытаскиваем фольгу и дальше, и так далее. Наш рулет скручивается. Вот так. Все, вот такой ровный батончик у нас должен получиться. Края подбиваем. Вот так. Все, мы полностью скрутили наш рулет. Вот так вот. Теперь заворачиваем в одну фольгу, разворачиваем рулет и заматываем в нижнюю фольгу. Так, чтобы нам потом вот эти края залепить, как бы, чтобы они не выглядывали. Как конфетку, например. Вот так вот. И с другой стороны также. Духовка у меня нагрета 190 градусов Цельсия. Отправляем духовку запекаться на 45 минут. Ставим на противень и отправляем духовку на вторую полочку сверху. Прошло 45 минут. Изымаем наш рулет из духовки и даем полностью остыть. Потом я отправлю в холодильник часа на 2-3 или на всю ночь до утра. Будем нарезать, подавать на стол. У меня рулет остыл, он еще в холодильнике часа 2 постоял. Можно развернуть, нарезать и подать на стол. Такой рулет можно замораживать. Потом размораживать в холодильнике и нарезать и подавать на праздничный стол, например. Рецепт, как всегда, под видео. Чуть-чуть наискосок порежем. Красиво. Ой, красиво. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Такой рулетик мы не зажариваем. Он у нас готов. Беленький, красивенький, даже очень полезненький. Но кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!